В наше время многие сталкиваются с финансовыми трудностями и задолженностями, которые могут серьезно повлиять на нашу жизнь. В этом видео мы рассмотрим несколько полезных советов, которые помогут управлять своими долгами, а также достигнуть финансовой стабильности. Меня зовут Елена, и сегодня я поделюсь с вами полезными советами, которые помогут преодолеть финансовые трудности и достичь своих целей. Первое. Создайте финансовый план. Оцените свою текущую финансовую ситуацию. Разработайте бюджет, в котором будут учтены все ваши расходы и доходы. Для этого можно использовать Excel или обычный ежедневник. Распишите все свои статьи расходов, и не забывайте откладывать для экстренных случаев и больших покупок. Это поможет вам контролировать свои финансы и избежать непредвиденных долгов. Вторая стратегия – это управление долгами. Если у вас уже есть долги, то важно разработать план по их погашению. Определите приоритетные долги и ставки по ним. Старайтесь платить больше, чем минимальный платеж для ускорения погашения задолженности. Рассмотрите возможность рефинансирования долгов для упрощения управления ими. Если вы хотите больше узнать о кредитах и финансах, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Начните инвестировать. Постепенно увеличивайте свои сбережения и разработайте план по инвестированию. Инвестиции могут помочь вам увеличить ваш капитал и создать дополнительные источники дохода. Однако будьте осторожны, тщательно исследуйте площадки для вложения своих денежных средств. Рассмотрите возможности по дополнительному заработку, такие как подработки и фриланс. Используйте свои навыки и таланты для создания дополнительных источников дохода. Это поможет вам улучшить свою финансовую ситуацию и избежать банкротства. Пятая стратегия – это реструктуризация долгов. Ранее на нашем канале мы уже рассказывали о процессе реструктуризации. Чтобы более подробно узнать о нем, вы можете посмотреть видео по ссылке в описании. Если вы столкнулись с трудностями в погашении кредита, а также нуждаетесь в помощи для устранения задолженности, специалисты федеральной юридической компании «Да, банкрот» всегда рады вам помочь, в какой бы сложной ситуации вы ни находились. Ведь мы знаем, что жить без долгов можно. We'll be right back.